Уже завтра у Минску пачнецца ўсе беларускі народны сход. Падзея без перабольшання гістарычнага маштабу. Дэлегаты з усіх рэгіёнаў краіны збяруцца ў палацы рэспублікі, каб зрабіць свой уклад у будучыню дзяржавы. Для многіх надыходзячы сход гэта сапраўднае свята, таму нават шлях дэлегатаў да сталіцы ператварыўся ва ўрачыстую акцыю з флэшмобамі, музыкай і танцамі. Як праводзілі ў Мінску удзельнікаў сходу з Гомельшчыны, даведалася наша здымачная група. Гомельская площа флагу – первый пункт урочистой акции. Менавіта отсюль делегаты из Гомельской области отправятся у Минск на усебеларусский народный сход. До речи, тут присутствуют не все делегаты из Гомельской области. Некоторые приедут с інших кутков Гомельщины. А для тех, кто начал свое подорожье у Гомеля, выступил член Совета старейшин региона Олег Сейбель. Он удельничал во всех попередних усебеларусских сходах, у тым лику у самым першим. По словам Олега Ивановича, белорусам необходимо протягивать курс развития, які заснаваны на нацыянальных інтарэсах, стабільнасці і бяспецы. Напутствие быць актыўнымі, дзелавымі, делаць свае канструктыўныя предложения, актыўна участваць в іх разработке і прымаць правільныя рішэнні для нашай страны, государства, конкретно для Гомельской области и для наших всех людей. Головный подарунок делегатам Гомельщины – музычный флешмоб у выканані студентов. С флажков юнаки и дзяўчыны склали римскую лічбу 6 у гонор надыходячай подеи. Молодь спадзяецца, что такой творчий сюрприз натхніць делегатов на сапраўды продуктивную поездку. До речи, от нашей области на сход поедут люди самых разных профессий. У каждого свои пропановы и погляды на то, как повинна развиваться краина. Лично меня, как строителя, волнует перспективы развития строительной отрасли на будущую пятилетку. Предпосылки для нормальной работы строителей сегодня в республике созданы. Мы счастливы, что мы являемся делегатами такого великого события для всей страны, для всех наших жителей, и для сельских жителей, для городских жителей. Это такое массовое мероприятие, которое объединяет всех нас. И мы думаем, что именно после таких вот эпохальных событий мы станем еще лучше, наша страна станет еще краше. Отгремела музыка на Гомельской площади, далее дорога до столицы. Але на этом сюрпризы для будущих удельников сходу не скончились. От Гомеля и до Жлобинского района у добрый шлях их проводили необыяковые белорусы. Удельники невеликих пикетов с державной символикой подтримливали делегатов 6-го усебеларусского сходу, жадали легкой дороги. Таким чином яны хочут заявить. Яны гонорацы своими земляками и жадают своей краине только мирных и конструктивных перемен. Да, это очень радостное событие. Мы очень рады, что принимаем в этой акции участие и гордимся теми людьми, которые сегодня уезжают в Минск. Два дня они поработают и надеемся, конечно, что наша Беларусь будет процветать. Мы рады за наших делегатов, чтобы им все там было хорошо и легко принимались все решения. Мы очень рады. От Гомельской области у 6-м всебеларусским народным сходе примут удел 310 человек. Уже завтра яны смогут выкористать уникальную и почесную махчимость по-саправдному поуплывать на будущую своей краины. Миколай Скинтиян, Андрей Иванов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».